Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала «Одесса», 18 января 2023 года. В Броварах Государственная служба чрезвычайной ситуации завершили спасательно-поисковые работы. Всего погибло 14 человек, среди них один ребенок. Пострадало 25 человек, из них 11 детей. Информация на протяжении сегодняшнего дня постоянно меняется. Сперва Кирилл Тимошенко, представитель Офиса Президента, сообщал о том, что погибших 18, среди которых трое детей. Потом сообщали о том, что 15 погибших, потом 17 погибших. И вот по последним данным сообщают о том, что погибших 14 и один ребенок. Значит, напомню, что сегодня в районе 8 часов утра в Броварах упал вертолет. На борту вертолета были министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, помощница Монастырского Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра Михаил Павлушко, госсекретарь Юрий Лубкович, фотограф Николай Анацкий, член экипажа Александр Василенко, Константин Коваленко и Иван Касьянов. Все члены экипажа, все, кто находился на борту данного вертолета, все погибли. И также погибли люди, которые находились в районе падения данного вертолета. В моем телеграм-канале много фотографий и видео с места событий. Кому интересно, переходите, смотрите. На YouTube я такое не выставляю. Берегите себя. До встречи в новых видео. Всем пока.